Ну что ж, глава 13, мы почти-почти прошли игру, победили Вульфа. Так, сердце неистового шторма, взяли его сердце. И идем дальше штурмовать. Так, что у меня по вещам? По вещам один такое. Денег нету. Ну, в принципе, что, у меня есть два гриба, у меня есть вот такая вот фигулька. Ну, и талисман у меня есть на всякий пожарный случай. Так, на что мы купим? Что мы купим? Только травку. Пригодится. Нет ли, не потеряли ли тут кто-нибудь чего-нибудь? Вряд ли. На этом уровне только один магазинчик. Так что все, что нас там ждет, нам придется преодолевать тем, что есть. Но, по крайней мере, здесь будут жирные враги, которых легко убивать. И можем эссенции себе набить. Приличненько. Перед 14-й главой. Магуа! Уж какой. Просыпается, падла. Дай. Так, ты последний, что ли? Да, блин, никак. А, нет, попал. Так. Нет. Вот последний. Так. Отвали. Дайте денег. Уже 6000. А было 36 эссенции. А сейчас уже 6,5 штук. Все, хватит, наверное, нет? Еще будет? Клево. Ты чё? Ну хватит, наверное, нет? Ну, вроде хватит. Здесь ничего не положили, к сожалению. В Сигме тут где-то то ли травка, то ли лекарство даже лежит. А здесь ничего нет. Да и все мне. Ау, 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 ау. Рю, ты слишком, слишком далеко. Слишком ты пожадничал.
Ну чё, идите сюда. Я молчу, потому что комментировать особо нечего. Просто-напросто убиваем. Максимально сейфово. Ты еще живой? Отлично. Все, да? Никого тут больше не осталось? Да, никого. Так, переключаемся теперь на лук. Я помню, что там нас ждет. Ой, блин, я стрел не купил. Ой, дурак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Без стрел, конечно, будет печально. И, конечно же, Лёшенька. Ну, все финды тут. Понимаешь. The decor here never really suited my tastes. But no matter. With you by my side, we can create an exquisite new world. Он решил доказать, что он не пидор. Решил Соню похитить. Why? That gives me no choice but to bring you home with me. Падла. Ау! Ау! Ты все-таки попадаешь. Но это не страшно. Всех убью, один останусь. На, тебе. Так, двое. Они такие, это... Вообще никакие. Не понимаю даже, что происходит. Осталось 6 стрел. Ну, правда, вроде больше никто не появляется. Так, один упал. Да, их двое осталось. Ну и без проблем. Сейчас тогда завалим. Падай. Упал. Так, отлично. 34 тысячи. Хорошо. Так, здесь мне эти штуки, наверное, не пригодятся. Мне, наверное, пригодится опять же лунар. Так, что у меня стоит по свиткам? Инферно. Хорошо. Золотые дракончики, блин.
Вот это плохо. А вот это хорошо. Ой. Иди сюда. Да, да. Ой. Ой. Козел. Так, кто-то тут упал. Нет? Нет, все-таки не буду рисковать нафиг. А, блядь. Сука. О, блядь. Твою мать. Да блин. Последний козел самый... Самый никакущий просто. Ужас какой-то. Так, ну ладно, хоть здесь. А, нет, он кто-то лежит. Чё здесь? Травка. Очень полезно, блин. Вы бы мне лучше дали бы эту бы. Чё такое? Чё происходит? У вас что-то до хрена осталось, Ничего нет. Ничего нету. Так, давай косу. Или попробовать эту. Ну-ка. А если я попробую их ласточкой? Да блин. Да ёлки-палки, кончай уже, хорош уже бегать от меня как козел. Иди сюда. Упал. Фу. Так, ну посмотрим, что у нас за двери номер раз. По-моему, это не туда. Не помню, а как, в какую дверь надо входить, а в какую не надо. Если честно. Кстати, там черепушка какая-то лежит. Мы ее почему-то взять не можем. Может, с этой стороны надо? Да, с этой стороны. Огромный хрустальный череп. Достается только обладателям сверхчеловеческой наблюдательности. Но это типа того, что этот... За то, что я собрал когда-то 30 черепов, мне вот эту вот штуку и дают. Блин, я не помню, какую дверь мне... Ага, понятно. Дверь плотно заперта.
Игра сама по себе говорит, что нам только одна дорога. Хорошо. Ух ты! Вас я не ждал. Это очень хорошо, что вы здесь появились, на самом деле. Жалко, только с них дропа нимпы нет. Ай, блядь! Как меня... Нет, давай! Как меня, говорю, хотел сказать, как меня поражает здешний хитбокс. И тут же нахватал, твою мать. Много. Вот и все. И открылось. Так, и что же у нас тут вкусненького? Па. Полезно. Это вот не очень полезно, на самом деле. Вот это полезно. Так, сохраняться пока не буду. Сейчас, потому что нас там ждут опять друзья. Много друзей. Так, попробую. Да, что-то попробовать-то. Берем цеп. О, в смысле, меч дракона. И махаем. О, бегут. Нахер пошли. Ау. Ай, мать! Ау! Все, пиздец мне. Придется все-таки юзать, блин. А, у меня есть такая штука. Уж и забыл. Что-то как-то не получается. А, вот этих я все-таки убью, так. На-те. Все, по-моему, да? Нет? Ну да. Да. Все, конечно, не очень хорошо получилось. Сплошное расстройство. Так, где тут у нас хранение-то? Вот здесь вот. Экс. Пошли дальше, нам еще к Алексею в гости. Но чтобы добраться до гостей, придется долго тут фигней страдать, на самом деле. Очень долго. И мне очень не нравится то, что, блин, здесь только одна статуя Мурамасы. Это просто, я считаю, преступление.
Потому что денег до хрена, а потратить их некуда. Так, это мне не надо, это мне не надо. Так, что мне надо-то? Вот это мне надо. Пошлите, вот. Вот и начинается. Ау. Это печально. Давай, иди сюда. Сука. Ай, блять. Сучонок. Какой же ты... Да, ёпта. Он восстанавливает себе здоровье, да? Давай, давай, давай. Ёпта! Вас мне только не хватает. Но это слив. Это слив. Ну да. Ладно, хоть сохранёнка была недалеко. Так, ну чё, я попробую пробежать. Так, вот эту штуку я заюзаю. Ну, не здесь, конечно. Бля. А, твою мать, сука! Не надо так делать. Да блядь. Так, что делать будем? Давайте попробуем сохранить вот так. Этот там беснуется. Ну, пусть беснуется. Thank you.
О, идет. Не надо. Да не надо. Не надо. Как-нибудь, Рюха. Как-нибудь туда. Пропали. Фу. Нет? А, эти уже. Фу. Это было напряженно, я скажу. Это было жестко. Это был такой спидран. Потому что, ну а чё, это самое, у меня вообще лечилок нет. У меня куча денег, только купить на них нечего. Всё-таки придётся юзать талисман, кстати говоря. Блин, ну талисман юзать. Нет, наверное, не буду я талисман юзать. Снять. Так, давай-ка мы возьмем косу. О, пропали. Видели, там эти были птички огненные. А нет теперь. Чё дают? Нимпу? Да не нужна она мне. Мне бы лечилки. А, вон. Пошло говно по трубам. Травка зеленеет. Там он еще что-то. Дайте лекарство. Пожалуйста, лекарство. Еще одна травка, твою мать. My Sonia. What a dear little bird you are. Попробую сейчас косой сначала ему дать. А если что, опять будем двойной катаной. Sing again and again. That maggot, the dragon ninja is here. Да-да-да. Ой, вот так вот тут вообще было не круто. Ну, в общем и целом. Он как-то забуговался, что ли? Вот и все. На двух травках смог все-таки его загасить. Фух, мать твою. Я боялся, что не получится. Потому что босса на двух травках завалить, это вам не это. Рио.
I'm so sorry. Sonya, stay here and don't move. Understood? Не всех убил, далеко не всех. Че хоть дали? Новичок. Бывает.